пялишься, иди лучше о физре думай. Стоит он тут. Ну что, дети, сегодня у нас необычный урок физкультуры. Мы проведем небольшое соревнование по армрестлингу. Ну, кто первый? Молодец, выходи. А кто еще? Ну смелее, смелее! Кто победит, поставлю 3 пятерки. О, Пестрика! Не ожидал. Выходи. Ну что, готовы? Начали! Ну вы это, ну, давайте уже. Ну выиграет кто-нибудь из вас уже. Ну и стойте тут. Что творишь-то, Пестриков, тебе что надо? Ты что, из-за пятерок, что ли? Сдались они мне, я и так отлично. А вот Кошкин узнает, что я тебя победил, он со мной дружить будет. Да сейчас. Еще долго не падает.